Друзья, всем привет! Ой, даже сбился уже, сколько дней мы уже отдыхаем. Сколько, Александровна? В общем, сегодня 22 июня. Будь здоров, Мишка, вот правду. И едем мы сейчас в бар. Александровна ноготочек у нас поломала. Салон. В салон едет, в общем, на коррекцию. А мы, друзья, с Мишкой погуляем по бару, ну и вам покажем. Смотрим, друзья, не переключаемся. Так вот, прямо бар, направо Подгорица. Мост 7 метров. Тут такие классные обозначения, знаки. В общем, не запутайся. Все четко. Направо, налево. Все отлично. Дороги здесь великолепные, нормальные. Были на пляже, друзья. Рано утром с Марюшей выходили. Как Марюша нравится всем, да, местным. Можно сгладить, как они говорят? Можно сгладиться с вашей куцей. Говорит, можно сфотографироваться. Ой, сфотографироваться. Сгладилась. Да, Марюша у нас, короче, звезда здесь. Все к ней подходят. Ой, куца. Лепа куца. Ну, хорошая, сладко, да. Такие интересные все названия здесь. В общем, Марюша звезда. Едем в бар. Вот он. Это еще не бар, это Сутоморы. Дальше будет бар. Красиво здесь, конечно, друзья. Вот такие у них дороги, друзья. Есть, конечно, немножко там небольшие ямки, но сразу мы едем. Техника работает, снимают полностью асфальт. Так, не делают ямковый ремонт. Нет такого здесь. Сняли полностью участок дороги, асфальт. Положили новый. И все. Да, Александровна, вот сколько мы едем? Да. Так и есть. Не штопают у них. Это у нас только штопают. Смотрите, какие виды здесь. Отели. Вот, друзья, в основном все придерживаются правил. Если ограничение стоит 50, значит едут все 50 километров в час. Вот, никто никого не обгоняет. Бывает, конечно, очень редко гонщики. Но в основном... Вот железная дорога, смотрите, туннель какой. Ну, в основном здесь, вот, а поезд выходит. Но в основном здесь, друзья, правила не нарушают. Не так, как у нас. Вот ограничение 50, и вот смотрите на спидометре, 50 км в час. Вот ограничение стоит, и вот 50 км в час все едут. С вождением здесь нормально так. Ну, мне нравится. И вообще люди... Очень, да, такие, да, и вообще люди культурные. Есть, конечно, не-не-не. Мы ехали, как-то был, попался нам один в Сербии. Серб такой недоброжелательный, мне тоже не понравился. Мы остановились в мэрии там подышать, водички попить. Что вы здесь стали? Это моя частная собственность, мой дом. Я говорю, окей, мы сейчас уезжаем, не кричи. Такой бурчал. Ну, в принципе, всякие люди есть. Но в основном, да, Света правильно говорит, очень здесь хорошие, добрые такие. Подходят, я даже с металлоскатером, подходят, никаких проблем. Смотрите, какой вид сейчас здесь. Очень много, да, обращений ласковых слов. Молим, извольте. Да, никто не кричит, хвала, никто не ругается. За все, чтобы человек подошел, не обратился, просто так никто не обращается. Все, сейчас будет бар. Едем мы, Свете в салон. Ногти делать, чиноготь. В общем, посмотрим. Я выехал из Украины, всю Украину проехал, проехали мы Румынию, проехали Сербию, сейчас в Черногории. Google карты в телефоне показывают маршрут, там, где есть интернет, скачал их. И в офлайн режиме великолепно работают, не нужен такой никакой навигатор, ничего. Так, поворачиваем налево. Пропускаем машину. И поворачиваем, куда ведут карты. Через 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. Вот, слышали как? Все понятно. Тут и говорит, и показан маршрут. Все нормально. Так что я рекомендую, друзья, если куда-то едете, накачайте себе карты Google от точки до точки. В офлайн режиме даже не нужен интернет, и будут работать они. Великолепно все показывают. Красота, да, Свет? Очень красиво. Там старый бар, город. Вот там вот центр, там очень красивая церковь. Можно будет поехать той стороной. Ну, посмотрим. Так вот, друзья, приехали мы, припарковали здесь.
И сейчас Александровна... Миха, передавай привет. И сейчас Александровна, где-то здесь салон. Если нам разрешат, сниму в салоне. Не разрешат, значит, извините, не буду снимать. Да, а там бьете. Так, сейчас пройдем. Добро дам. Так, Александровна спешит делать себе. Где? Вот здесь. А, да, давай заходи. Здравствуйте. Я записывалась на маникюр. Так, ко мне. Наверх. Окей. А кто Вика? А не, она же уехала. Я сейчас уехала на аэропорт. Я с ним поговорила. Я записываю Света. Ова есть мой муж Юрий. Ова есть мой сын Миша. Наберешь меня? Есть тут Wi-Fi? Wi-Fi есть? Все. Нет, ей надо, они у меня есть. Хорошо, есть Wi-Fi. Миш, а ну давай мне это, их Wi-Fi. Все, дружно. Все, друзья, нашли мы салон. Александровна здесь, а мы пойдем по магазинам. Смотрите, какие здесь растения растут. Красота. Так, все, маму мы оставили, друзья, да? Да. Ей там делают ноготочки. А мы с Мишкой сейчас пройдемся по магазинам. Погуляем. Да, посмотрим кафешки, посидим, да? Пошопимся. Пошопимся, пошли, шопинг. Я понял. Идем. Все, пройдемся по бару. Сами посмотрим, друзья, и вам покажем. Миха себе книжку, да? Выбирай. Сейчас спросишь. Сейчас спросишь. Мишка хочет себе книжку на телефон. Колончики продаются. Сейчас я сам телефон еще посмотрю. Так, не выбрали, друзья, мы Мишке чехол. Ему понравился, ну, немножко маловат. Все, мы дальше походим, посмотрим. Да, Миша? Ты не расстраивайся, мы что-нибудь купим. Пошли. Магазинчики. Много здесь магазинчиков. Салон. Мимо. Так, а там что интересно? Мы не заблудимся с тобой? Ну, пошли тогда. Пойдем. Смотрите, какой вид, друзья. Горы, горы, горы вокруг города. А вот там море. Пошли. Пойдем. Все, сейчас пройдемся немножко. Так, друзья, нашли что-то типа рынка. Сейчас посмотрим. О, а ну пошли сюда. О, какой рынок. Это похож на продуктовый, да, Миха? Ну, не только. Нет, нет, продуктовый. А, да, ну не только, в принципе. Все, есть тут. Проходи, проходи. У меня 100 евро, у них сдачи не будет. Надо где-то будет разменять. В общем, такой рынок, друзья. Выходим налево. Налево, налево. Сюда. Нас с Михой этот рынок не особо интересует, и мы идем дальше. Да, Миш? Друзья, проходим мимо киоска. Стоит два человека сзади меня, вот они в кузе киоска. И евро, евро, рубли, рубли, доллары. Короче, менялы стоят. Вон они там, возле киоска стоят. Ну, как менялы, как обычно, как у нас раньше было, помните? Под обменным пунктом. А это прям возле книжного киоска. Так, пошли. Смотрю, полным ходом сидят в машине, меняют доллары, евро, рубли. Менялы. Не знаю, есть тут кидалы, нет, как у нас раньше было. Но, по крайней мере, менял я здесь уже увидел. Продолжаем, друзья. Мишка увидел какой-то магазин. Не знаю. Да.
В общем, посмотрел, друзья, у меня телефон лючит, уронил я его. И бывает, когда нагревается, выключается экран. Ну, скорее всего, что лопнувшая плата. Интересно, сколько будет стоить ремонт. Уронил я телефон, как я уже сказал. И выключается экран, если нагреется. Так немножко покрутишь, включится. Ну, в общем, мучаюсь я с телефоном, друзья. Если, может, кто-то знает, напишите, сколько ремонт стоит. Или стоит ли вообще ремонтировать, или легче новый купить. У меня Xiaomi 5. Redmi Note, который. Все, продолжаем. Вино. Класс. Ну, мы заходить сюда не будем, да? Нам это не интересует. И идем дальше. Вот, смотрите, ходят, продают маечки, рубашечки. Всяко разное. О, золото. Вот и золото. Да. 479. 817. Тише, не кричи. Сколько евро не стоит? Пройдем, я не хочу. Колечко, вот печаточка. 447 евро, 628 евро. Окей. Мы такие находили. Да. Мы такие находили. Да. Алло. С Мишкой зашли мы в кафешку. Немножко перекусим и пойдем дальше. Сейчас зайдем вот тот магазин, спорт. Хотим с Мишкой что-то себе присмотреть, пока мама маникюр делает, а мы на шопинге, да, Миха? Да. The Spot Sport. Сейчас посмотрим, да, Миха? Сейчас будем смотреть. Так. В общем, сейчас мы что-то с Мишкой попробуем присмотреть. Кеды. Смотри, кеды, Миха. Это кроссовки. Надо кеды. Хотелось бы кеды. Так, тут нет, да? Угу. Пошли посмотрим еще. Хочется мне кеды. Нет, тут нету футболки. Пошли. Друзья, ну я особо не показывал вам. Ну, кроссовочки. 120 евро, 95 евро. Я в них особо не разбираюсь, но нам хотелось с Мишкой кеды купить такие, знаете, легенькие. И нам посоветовали вот магазин Баз. Сейчас зайдем, посмотрим. Хотим мы кеды купить с Михоном. И нигде их нет. Кроссовки есть. Где не заходим, кед нету, нету. Ну, еще немножко походим. Магазинов много. Все равно нам ждать. И мы пошляемся. Мишка. Как в кафе, нормально? Да, нормально. Посидели мы в кафе, отдали кофе. Мишка себе заказал котлетку. И отдали мы 3 евро 10 центов. Вот с Мишкой мы нашли. Смотрим, кеды выбираем. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 95 евро. Взяла. Откуда взяли, не знаю, да? Не было, где-то здесь, да? Вот так они стоят. А ну посмотри, сколько стоит. Открой, это ново. Они стоят 57 евро. Может, папе купить такие? Вот еще. Сколько стоит, посмотри. 65. 65 евро, друзья. Ну, такие хорошие. И за 42. Покажи. Вот. Не, мне такие не нравятся. Ну, мы сейчас походим еще. Может быть, с Мишкой что-то и выберем, да? Угу. Пойдем. Хороший магазин. Надо маму сюда позвать. Пусть посмотрит, да? Пойдем еще пройдем. Вот еще кеды есть. Пойдем. Маленькие. 60 евро. Вот еще. Это кроссовки. 55 евро. 65 евро. 119.
Сколько? 119. Вот, 119 евро. 119. Кроссовочки, да? Вот тоже. 59. 55 евро. Смотрите, какие кроссовки хорошие. Легкие-легкие. Я тоже с 59. Рибок. 55. 29. Белые 79 евро. А вот еще пошли. Это тоже Adidas. Это не Adidas. А что это? Что это еще? Вот. 117 евро. А эти больше есть? А вы второй этаж не видели? Что вы хотите? А с кем второй этаж? 80. 106. Эти больше, эти малые. А не сумма тогда уже? Я не сюда бы было мало, то еще. 64. Не, покажем, было бы ты мало, то еще. Пошли. Куда? Обойдем. Ну, мне все равно тикеты понравились. Вот еще. Ну, не только, не только. Так, немножко мы присмотрели себе, но без мамы не решились мы покупать, поэтому дождемся маму, потом уж посмотрим. Если купим, купим. Нет, значит... Потом еще посмотрим. Мы еще сюда вернемся. В общем, знаем, где этот магазин. Если что, зайдем с мамой. Пойдем еще на ту сторону. На той стороне тоже много магазинчиков, бутиков всяких. И сейчас зайдем. Вон, Интерспорт. Сейчас зайдем. Блуза 19,90. Панталоны 42,90. Ничего себе. Костюмчики. Вот, скидки 20%. Что там? Ну заходи и спрашивай. Чехол нам нужен. Это не AirPods. А. Иди, заходи, спрашивай. За что? Ну за чехол. Тебе ж нужен книжку. Не спеши, Миш, тут очередь. Постой. Нет, тут нету такого. Тут, если на тебе тут написано, видишь? Нету, да? Нет. О, какие часы, сейчас вам покажу. Добродан. Добродан. Смотри, какие еще прикольные. Да, разные. Ой. А ну, возьми бутылочку свою. Только не урони. Хочешь купить? Нет, я смотрю. Так, вот, друзья, сейчас зайдем еще в Интерспорт магазин. Пойдем. Ой, как тут. Добродан. Прохладно здесь. Беговая дорожка. Да. Большая беговая дорожка. Если ее купить, то будешь каждый день бегать. Сейчас посмотрим. Колик, о, 900 евро. Не-не. Да, класс товары. Такие специальные для воды. Да, это для велосипеда ставить, да-да-да. Перчаточки, какие хотите. Шортики. Все есть, да. Перчатки 15 евро. Папина, носки купить, чтоб мерить. Иду. Так, а где я? Больше. Вот, цены. 64 евро, 44. Это бутсы такие. 49 евро. Ну и дальше. О, 149. Разные тут цены, разный выбор. Выбор, конечно, большой. Да, Миха? Пошли спортивный костюм посмотрим. О,
Пума тапочки. Сколько стоят? Папа белые любит. Тапочки 20 евро. Папа любит. 19,90. Да, белые тапочки 19,90. Вон наша мама. Сейчас доделать маникюр и поедем домой. Подремонтировали ноготки. Так что все нормально. Доживем. Все нормально, до да? Украины. Да, доживем до Украины. Да, сколько стоит? 17 евро. 17 евро стоит маникюр здесь. Друзья, возвращаемся мы уже домой. Не купили мы ничего с Мишкой. Потом приедем мы сюда еще раз специально по бутикам. Ну, в принципе, цены вы на спортивные товары кое-какие увидели, я вам показал. Так вот, друзья, мы снова заходим в супермаркет Франко. Ну, есть видео на канале, где я показывал все цены, так что я не буду сейчас снимать здесь. Мы просто скупимся. Смотрите, есть видео про цены в Черногории. Скупились мы в магазине, в супермаркете, набрали всего-всего. И колбасы, и пиво взяли, и мясо. И Света набрала картошки, зелени. Окрошку будут делать. И обошлось нам 49,90, 50 евро. Нормально. Очень много брали. Да, очень много взяли. Ну, я есть видео, друзья, цены в супермаркете. Так что посмотрите, кому интересно. Цены здесь, да? Какие? Такие примерно, какие у нас. Практически ничем не отличаются. Так что, как у нас в магазине ВТБ, ну я за Украину говорю, точно так и здесь. И же еще от производителя зависит, правильно? Да, немножко да. Немножко другие продукты. Да, да, друзья, но здесь намного, намного вкуснее продукты. Здесь нет таких этих добавок, как вот это у нас. Если более. Это сметана, то он, там ложка стоит. Сметана вкуснее, да, да, в магазине. Если мясо, то если это, да. Пеное оно не идет. Там, если это магазинное мясо. Например. Да, мы берем никакой пены. Сметана, как сметана, поставил ложку, она стоит, как говорится. Ну, качество продукта. Через 500 метров выше. На перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Это Google карты. Да, продукты намного качественнее и вкуснее, правда. Я ничего не говорю, а цены примерно плюс-минус немножко ничем практически не отличаются. Так что, друзья, мы взяли пиво в пластиковой баклажке двухлитровое. Сколько стоит? 10 евро 80. Ну, такая цена у них, двухлитровое пиво. Но я вам скажу, что в баночке, что в баклажке пиво ничем не отличается. Качество. Что то хорошее, что то хорошее. Вот у нас бывает, знаете, если в стекле берешь лучше, баклажки хуже. Ну, как-то так привыкли мы к этому. Здесь оно абсолютно ничем не отличается, одинаково. Просто в баклажке оно получается за счет объема чуть дешевле. Пейзажи, конечно, друзья, здесь многого стоят. Едешь, серпантины, море, горы. Просто сказочно. Дорога, ну, вы сами все видите. Просто без комментариев. Вот, друзья, много у них, видите, пекара или пекара, да? Как оно правильно? Пекара. Пекара, да, там хлеб пекут, хлебушек пекут, всякие вкусные булочки. Частные такие пекарни, очень много здесь. И что вот, удивительно. Вот да? Еще одна пекара, да. Здесь много таких пекар. Пекут хлеб без дрожжей. Да, и пекут они хлеб, друзья, без дрожжей. На да? Своих закласках, и поэтому хлеб долго не черствеет. И он такой воздушный. И очень если вкусный. Я в Украине себе не могу позволить есть хлеб, да? На то диете. Ну я здесь макаю в оливковое масло и шлепаю его. Да, здесь хлеб не такой, как дома. У нас дома на дрожжах, а здесь он без дрожжей. На своих, как вот Света сказала, заквасках. Так что... Очень вкусный. И хлеб. Очень много видов всяких. Там из... Очень-очень-очень-очень много. Как-нибудь, может быть, зайду, покажу вам, друзья, сколько здесь видов хлеба. И ну, попробовать, к сожалению, не дам. Полиции здесь, друзья, хватает на дорогах. Прям дежурные машины стоят, полицейские. Останавливают, проверяют. Так что здесь за порядком следят. Меня пока еще ту-ту-ту не останавливали. Но если вдруг что-то случится, обязательно вам расскажу. А пока, слава Богу. Очень много, друзья, в Черногории. Помимо еще красивые горы, море. Есть вот такие туннели, сделанные в горах. Прям есть короткие туннели, есть длинные, ну, так интересно по ним ехать. Сейчас я вам покажу, давайте проедем по одному. Вот, видите, этот без освещения. Есть туннели с освещением, есть длинный туннель, который стоит 5 евро, чтобы проехать по нем. Вот,
ну так интересно. У нас такого нет. Ну, по крайней мере, я не знаю. И выезжаешь, красота. На Западной Украине есть? Ну, там, где горы, конечно, на Западной Украине есть. А у нас на Донбассе такого нет. У нас гор нет. Да, у нас гор просто нет. Так вот, друзья, мы сейчас будем поворачивать в Чань. Это там, где мы живем. Проехали от бара Сутамора. И вот он, Чань. Буквально рядышком все здесь. И сейчас уже приедем. Такой, друзья, здесь серпантин. По спуску очень такой интересный. Спускайся, ну все время с горки и с горки. Катишься и катишься. И вот уже набережная Чань. Вот мы заезжаем. Вот она. И едем по набережной. Сейчас покажу, где будем мы поворачивать. Вот деток здесь много. Прям какие-то воспитательницы, лагеря здесь, наверное, да. И вот здесь вот мы отдыхали. Сейчас покажу. Вот супермаркет, в который мы ходим, тип-топ. Кафешки, все, которые мы заходим. И поворачиваем сейчас, друзья, мы на свой отель. Там, где мы сейчас отдыхаем. Ура! Приехали, да? Вот наш отель. Вот стоянка машины стоят. Наша машина сейчас мы там поставим. И вот на втором балкончике, друзья, вот там вот мы живем. Вот, друзья, мы заехали. Мэрюша радуется. Мэрюша. Гулять пойдет сейчас Мэри, да? Иди сюда. Подожди, Мэрюша. Вот такой вид у нас с нашего номера, с балкона. Море, вот автомобиль. Ну, про номер, друзья, я уже рассказывал. Есть видео и про все остальное. Все, будем заканчивать. Так мы съездили в бар. Сами посмотрели, вам показали. Цены немножко. Потом еще Александровной мы съездим, потому что мы не решились покупать сами. Чтобы она оценила, посмотрела и, может, что-то купим себе. Так что будем заканчивать. Все, друзья, пока. Подписывайтесь. Путешествия еще продолжаются. Это еще не последнее видео. А пока мы в Черногории. И еще будем здесь. Все, пока.